Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Вера, Зойка Вера. И сегодня мы с вами будем лепить петушка мультяшного, необычного цвета. Очень милого и симпатичного. Давайте же скорее смотреть, что у меня получится. И не забудь, подпишись. Слепим туловище, голову, крылышки, лапки, перышки для хвоста и шеи, глазки, клюв, бородку и гребешок. А теперь соберем. Так, нам понадобится слепить вот такое вот туловище. Получается здесь потолще, к хвостику поуже, и шею хорошенечко вытягиваем. Основание шеи мы вот так приплюснем, чтобы было удобно прикрепить голову. Так, сама голова — это вот такой вот шарик. Цвет я выбрала другой. Видите, немного отличается, чтобы было интересней. Также для соединения головы и шеи будем использовать вот такие вот перышки. Мы их аккуратно закрепим. Ну вот, как я рассчитала, мне их полностью хватило. Теперь нам нужно убрать вот эти вот места соединения, где наши перышки крепятся с головой. Вот, аккуратно пальчиками все сгладим, и получится все как влитое. И такие красивые будут очертания перышков. Ну вот, голова на месте. Все соединено. Теперь все хорошо смотрится. Так, наметим глазки. Такие большие будут. Конечно же, точечки, зрачки. Теперь мы прикрепим вот такой вот треугольничек, желтый клюв. Он-то и придает всю эту такую вот интересность нашей поделке. Возьмем стек и сделаем вот такие вот углубления на щечках. Так, и теперь нужно наш гребешок прикрепить. Он состоит из трех вот таких вот, ну как сказать, цилиндриков. Мы их будем крепить уплотненной частью наружу, кверху. И последний гребешок будет вот так спускаться, как прическа, такая вот она. Также у нашего петушка вот такая вот бородка в нижней части. Также прикрепляем вот на месте. Теперь займемся крыльями. Крылья вот такой вот формы, пластиночки. На каждом крылышке мы с помощью стека сделаем разделение на перья.
также с другой стороны прикрепим. Готово, оба крыла на месте. Теперь нам нужно нашему петушку замечательному сделать такой вот из таких вот пластиночек хвост. Сначала мы этот хвост с вами аккуратненько собираем. Ну вот, довольно пушистый получился. И прикрепим. Так, хвост на месте. Теперь сами лапки. Вот такие вот капельки. Делаем разделение на курьи пальчики. И прикрепляем. Ну что, вот наша птица и готова. Ну вот, замечательные мои, мой петушок готов. Правда, он получился обалденным. Ай да я, ай да молодец. И у вас, мои хорошие, все обязательно получится. Все произойдет. Всем пока-пока и до новых встреч.